Я отвечаю. Что? Я ставлю гоночный кар против, скажем, мальчика с матерью. Ни один кар не стоит двух рабов. Это уж слишком. Только мальчик. Все решит судьба. У меня как раз при себе есть кости. Синяя, значит, мальчик. Красная, его мать. А? Сейчас тебе повезло, чужеземец, но на гонках он проиграет, так что это все равно. Ты готов, Энни? Да. Так. Запомни, сосредоточься на происходящем. Главное – интуиция. Положись на нее. Хорошо. Да пребудет с тобой сила. Моя не смотри. Похоже, группа тосканских разбойников.